место. Ты чё, дура? Уйди отсюда! Нет! А почему тут за... Чё за хуйня? Ну шо, здорово, молодой. Мы продолжаем играть Security Breach. Breach, кому как удобно. Да, остановились мы вот на этом моменте. До комнаты охраны дошли. Пиздюлей от всех мы получили, от кого только можно было, но не суть. И за нами какой-то таркан бежал. Не так и не понял, что это таркан. Ну да ладно. Вот, так, ну шо, сейчас, секундочку, опять. Ну я постоянно забываю таймер поставить. Ну шо я такой безответственный, блин, я не могу. Вот. 44 минуты. 45 минут. Все, полетели. Так, добрались мы до комнаты охраны зачем-то. А, мы хотели карту вообще здесь взять, нам нужно было карту достать. У нас карта, оказывается, уже появилась, фаз-карта. Вот. А нам надо было взять в комнате охраны эту, как раз-таки, фаз-карту достать. Она у нас уже появилась. Не знаю, баг это, не баг. Вот, ну ладно, плохо. Мы до сюда добрались. Блин, что-то мне кажется, сейчас что-то будет, да? Камера здесь есть, здесь камера. Дальше сейчас я зайду и что-то будет, что-то... Да, знакомая ситуация, как это слово. У нас сохранится, надо сохраниться, молодец. Ты молодец, что мне напомнил, что надо сохраниться. Прям красавчик, прям лучший. Так вот, мне напомнила ситуация, когда мы взяли вот этот пропуск, и луна, и солнце превратилось в луну. И она начала нас пиздить. Поэтому если сейчас я возьму эту карту, что-то произойдет. Нам надо сначала все, нам надо подготовиться. В прошлой серии мне эта луна так вывела из себя, ты не представляешь, она меня так из себя вывела. Ты помнишь, ты однозначно это помнишь. Я прям... Чего? Чего? Это заряд у двери? Пиздец. Это будет классический ФНАФ, это... Полетели, я готов. На самом деле не готов. Все, классический ФНАФ, да? Так, камеры подрубаем. Закрыто для посетителей. Не, Фредди, я не знаю, что случилось, я всего лишь взял пропуск. Все спокойствие, эта комната заблокирована, я могу включить сигнализацию. Так, раз двери и два двери. Нет, займет некоторое время. Выжить до того момента, как Фредди починит сигнализацию. Так, а можно общую, так, включить камеру, чтобы сразу видеть там и там? Нет, нельзя. Ты не можешь прятаться вечно. Так, где-то она идет, где она? Где-то она двигается. Вот вторая дверь и вот первая дверь. Да. А это что за камера? Сейчас посмотрю. Ой, это она отсюда вышла. Ага, значит она будет с этой... Не, она будет с этой стороны. О, там еще кто-то есть. Блядь, они все вместе атакуют меня. Так, это какая-то правая дверь? Да. Я нажал на кнопку! Я нажал на кнопку! Блин, не дай бог, здесь надо прям тоже зажимать кнопку. Ну это будет вообще, ну это будет... Все идиотизм, ну блядь, ну это пиздец. Фух, господи. Подожди, надо зажимать кнопку или один раз можно нажать кнопку? Я нажал один раз, дверь не закрылась. Бля, не дай бог зажимать. Это будет, ну это ГБЛ, но это будет тяжело очень. Надо прям заранее будет закрывать дверь. Вот увидел, сразу закрываешь дверь. А я зачем вышел-то вообще туда? Чтобы, ну, убедиться. Я точно смотрю, типа, правильно, с этой камерой на эту сторону, на эту Рокси и так далее. Убедиться. Та самая камера или нет? Как выясняется, да, та же самая камера, правильно я смотрел. Вот, ну, убедился своей смертью. Если меня кто-нибудь заметит вас издалека, я спрячусь, окей. Ой, так, окей, берем вот так. Надо протестить. Все. Я нажал карту. Ты что, я взял. Ну-ка. Так, давай сразу переключимся камеры. Вот так. Подожди, это что за камера? Подожди, вот двери какие-то. Подожди, я не там смотрел? А, вот, подожди, раз двери. И два двери, да? Ну-ка, подожди, я не понимаю на самом деле. А, блять! А нет, один раз. Блять, да... Пиздец! А чё они сразу атакуют меня? Я думал, что там за двери? Это вообще другие двери какие-то. Я чуть не понимаю, чё их так много. Блять, ой! Камера с другой стороны, видимо, смотрит как-то. Блять. Ладно, окей, все. Чё если закрыться? Ну, блин, мне не хватит батареи, скорее всего. Заряда не хватит. Блин, ну они в этот раз как-то быстро пришли, на самом деле. Очень быстро. Ну, думаю, что я вышел, и я шифтил. Может, из-за того, что я шифтил, скорее всего, поэтому они меня быстро и обнаружили. Так, ладно, нас интересует только две камеры. Это, получается, раз камера. Вот, да, вот, раз камера открылась дверь. И два камеры. Все, нас больше ничего не интересует, на самом деле. Просто в прошлый раз отсюда вышла, и меня отсюда ёбнуло.
Все, нас две камеры не стоят, остальное нам максимально похуй. По поводу того, как закрывать двери. Надо нажать один раз, и двери закроются. Все, зажимать ничего не надо, к счастью. Но надо попасть по этой кнопке для начала. Где-то я слышал. Где-то оно уже прям идет, прям в затылок мне дышит, я прям чувствую это. Так вот я, какой-то пацан, я очкастый. А чё не одновременно, почему не одновременно атаковали меня? Я вот не понимаю этого прикола. Блин, вот тут камера расположена прям очень, ну, близко к дружку, так переключаться неудобно. Так, главное мне не перепутать двери, какие закрывать начинаются. А чё за хуйня? Я чуть не понял прикола. А я что-то не понял. Подожди, а у нас пропуск, я пропуск получил. Ты это видел, да? Пропуск второй, типа, может просто закрыться и все? А давай закроемся просто. Я не понял, на самом деле, сейчас приколы. Ну ладно, окей, похуй. Сейчас просто возьмем, закроем двери и все, в пизду их. Тут камеры неудобно переключать вообще. Подожди, я не понимаю, вот, это вообще другая дверь. Вот наша дверь, да, вот дверь. Его здесь не было, или он так прошел? Еще смотри, чем минус. То, что видишь, камера откатывается в изначальное положение. Это вообще неудобно. Это максимально неудобно. Короче, пизду вас. Я просто закроюсь. Вот так, хопа. Хопа. Все. Да? Да. Ты видишь, до того момента, пока Фредди не отключит сигнализацию. Окей. Ну вот смотри, ну вот. Здесь никого нет. И там, кстати, вот она вышла, вот она зашла. То есть она сейчас вот здесь должна быть. Батареи мне хватает. Бля, батарея-то садится. Блин, кобыла. Подожди. Вот где она сейчас? Вот она находится. Это получается... Это... Вот это эта дверь. Вот она сейчас здесь находится. Блядь, садится. Ну-ка. Да. Опа. Блин. А давай просто будем по звукам ориентироваться. Да блин. Просто никого нет. Монти, съебись нахуй отсюда. Монти, съебись, пожалуйста. Монти, уйди отсюда. Что происходит? Давай его выпустим отсюда. Господи, я не могу, я не вывожу. Что это было? Ой, выпустите меня, я не хочу с ним находиться, этим пацаном, выпустите. А, так это пацан всего лишь, блядь. На, нахуй, папочки получай. Гаденыш ебаный, блядь, да ну подожди, ну это бред вообще полный. Ой, я не понимаю. Камера вам максимально неудобно расположена. Вот так тыкать, ты понимаешь, ты не попадаешь по камере, не по нужной камере, просто не попадаю. Я просто не попадаю по нужной камере, и все. Ну, что в этом случае делать? Не бибу соси просто. Возьми бибу в рот, и все. Играй как хочешь, вообще похую. Ну, смотри, вот видишь, ну, смотри, я не попадаю по этой камере. И вот камера откатывается постоянно. Ну, что это за... Ну, это бред лютый вообще. Ладно, короче. А, это не то, ладно. Восклицательный знак появляется, в этот момент мы закрываем двери. Именно вот на этих камерах, если на этих двух появляется восклицательный знак, мы закрываем двери. Так, вот эта бледина, она постоянно сюда заходит, нам надо вот так сделать. Да, нам сделать. Блин, нам нужен выход есть. Вход, выход. Вот они идут. Вот она здесь.
Отлично, она за нами, за нашей спиной. Нас это вообще нахуй не ебет, нам это не волнует. Да, вот. А, все, я понял. Я все понял. Я понял, блядь, это изично, это так изично, я все понял. Вот она сейчас. Опа. Но его не было. Но его там не было. Ну я понял, блядь, подожди. Не смейся, не кричи на меня. Я понял, я все понял, как это работает. Но его там не было. Там не было восклицательного знака. Ладно, окей. Ладно, все. Так, она идет оттуда, он идет с той двери, видимо. Все, окей. Сука, я такая, блядь, мунти. Ух. Так, значит, смотри, нам надо такое сделать. Нам надо вот сейчас вот так делаем. Она выходит здесь, она вот так, ну, проходит. Ну, этот первее, видимо, идет. Нам надо сейчас так спрятаться. Она идет вот так вот. Он идет вот отсюда. Получается, он идет вот отсюда. Смотри, вот она отсюда. Да, она отсюда. А он, видимо, вот отсюда, видимо. Да, давай сейчас понаблюдаем. Правильно я думаю или неправильно? Вот она отсюда идет. Так, а он вот отсюда должен идти, да? Да. Сейчас просто потыкаем. Там восклицательный знак появится. Да, вот он идет отсюда. Все, я понял. Вот. И он заходит, получается, вот в эту дверь он заходит, да? Да. Вот она... Он вот в ту дальнюю дверь заходит. Да, вот она здесь. Подожди, а он где? Вот я его уже потерял, кстати. Вот он идет. Ну, мы находимся вот здесь вообще. Вот мы его должны видеть. Мы его, сука, должны здесь видеть. А, все, я понял. Вот как он заходит. Так она в камусле ковыряется своим, да? Я сейчас нахожусь вот здесь. Закрываем эту дверь. Ага, все отлично. Все хорошо, все замечательно. Ага, она все еще там, она далеко не ушла. Так этот пиздюк идет к нам. Опа. Ну он не съебывается, ребят. Они оба не съебываются. Хотя, может, мне как-то отвлечь можно их? Звуком, не знаю, каким-то. Так, он съебался. Блин, по-моему, это бледина идет ко мне сюда, да? Где? Так. Ага, отлично. Ну, здесь никого нет, все хорошо. Все замечательно. Так, идет. Так, а где Монти? Монти не вижу. Опять я Монти потерял. Где Монти? Так, Монти здесь. Блин, это где он сейчас находится? Так, опа. Успели. Так, этот пидорас здесь находится, тот находится вот здесь. А то, где второй-то не вижу? Бежи, где Монти? Я не потерял опять Монти. Это долбится? Ага, все, открываем. Все. Отлично, живем. Так, Монти опять здесь. Подожди, а Монти... Я не голоден, отстань. Блять! Долбоёб! Почему-то нахуй туда посмотрела. Блять. Я ж прошу. Да хуя дверь надо было открывать. Бля, пожалуйста. Пожалуйста, прошу. Какая-то контрольная точка хотя бы. Пожалуйста. Я пропущу, если что, второй раз, чтобы, блядь, не затягивать слишком
Жестко прям. Блять. Ладно. Прошли. Собой отправляйся в призовой уголок. Ага. Так, найти вип-зале. Блять! Блять! Да ну опять, ну почему ты так делаешь? Зачем ты так делаешь? Фух, передышать, фух, все, передышка. Фух. На самом деле оказалось все проще, гораздо проще. Я понял, как там все расположено, камеры все идентичны, они тоже ходят одинаково. Короче, ладно, все. Фух. Так, ну, нам надо сохраниться, нам срочно надо сохраниться. Так, вернуться к Фредди, найти, ага. Нам нужно вернуться в Фредди. Карта. Вип-зона. Вип-зона. Где вип-зона находится? Можно Фредди позвать? Я позвал? Я его позвал к себе? Где я нахожусь сейчас вообще? Как мне на себя посмотреть? По идее, где-то я здесь спрятался. Блин, а как я... Как мне себя найти? Где я? Вон там, с той стороны. А Фредди можешь к себе позвать? Что это было? Подожди, что это было? Это... Подожди, это Фредди стоял сейчас возле меня? На Q нажимаю. Она ищет меня. Я не понял, подожди, это сейчас Фредди возле меня стоял? Да я не понимаю, бля, какие камеры ублюдские, вот честное слово. Бля, как я... Как мне на себя посмотреть? Как мне на себя посмотреть? Где я сейчас нахожусь? Ага, вот Монти. Подожди, отсюда я, по-моему, бежал, да? И вот здесь я спрятался. Да блин, мне не сохранился. Прикол в том, что я не сохранился. И, блядь, мне сейчас вообще помирать нельзя. Так, все, он свалило. Он, по-моему, сейчас возле меня как раз-таки она считается. Блядь, я не понимаю. Извини, пожалуйста, но я не понимаю вообще. Не, Фредди нельзя позвать. Ага, все, теперь понял. Фредди позвать нельзя. Вип, нам надо сохраниться, нам просто надо сохраниться, пожалуйста. Мы это сделали, все отлично, все. Теперь можно мансить, теперь можно, блядь, умирать, похуй. Но мы этого не будем, соответственно, делать, но... Ну, кто его знает, да? Блядь, иди нахуй. Да, ну ты же залез сюда. Подожди, а может меня тут не достанет или как? Блядь, ты же как тебя залез сюда изначально? Ну-ка, подожди, а может мансить как-то можно так с ним? Ну, давай просто протестим, мне интересно. А, ну да, блядь, так они вообще тупые. Подожди, сейчас Фокси плюет, они... Ой, Фокси, сейчас это Рокси плюет, они меня с двух сторон зажмут, да? Ну да, скорее всего, они сейчас меня с двух сторон зажмут просто. Опа. Хе, лох. А ты меня не видишь, Эй, малыш. Чё? Эй, малыш, не охуевай. Баги использовать нельзя. Фичи такие нельзя, использовать нельзя. Так, ладно, мы вернулись обратно. Это наша камера. А почему просто дверь нельзя закрыть, а? Так. Вип-комната нам нужна, вип-зал нам нужно. Только я не знаю, на самом деле, это... Ага. На самом деле, только я не знаю, куда нам идти. Вообще не знаю. Да, сейчас заныкаемся, короче, прочекаем еще разочек. Удержать? Чё? А! Блять, я думал, шарики можно спрятаться, либо шарик взять. Маска Моти! Блять, как вот именно? Давай сейчас маску наденем, и они меня не будут трогать. Не знаю, что такое. Так вот, подожди. Нам наше задание сейчас вернуться к Фредди через вип-зону, да? Через вип-зал, вип-зона, как тебе удобно называй. И это получается, ну это, видимо, сюда. Я не понимаю, на самом деле. Там, видимо, да? Потому что, по-моему, мы уже все бежали. Так, нас услышали. А, подожди, можно в лифт залезть? Лифт нельзя. Ну да, мы тут все бежали, нам, видимо, только вот сюда остается пойти. Ну тут эта бледина гуляет. А, не, мне доступа не хватает даже так.
Так, ладно, там мы были, здесь мы тоже были. Мне не хватает доступа. Может, мне просто надо сюда вернуться, так как я сюда пришел? Ой, вернуться. Идти туда, откуда я пришел сюда. И все, может так. Я не, сам, не знаю. Так, вот здесь идет. Давай сейчас мы за спину обойдем. Сюда можно залезть? На шифте. А, может, там туда как-то пробежать надо? Отвалите, отвалите. Блин, а здесь ловушка, здесь ловушка. А, вот как пройти можно. Подожди, вот, точно, 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 точно. Подожди, а здесь, нет, здесь нихера нет. Здесь нихера нет. Да, подожди, я не понимаю, на самом деле, куда идти нам надо. Вообще не понимаю. Подожди, а трусишка сама... Блядь. Это мы сейчас по ту сторону вообще зашли. Да, кстати, по ту сторону мы попали. А может нам надо туда, куда... Откуда Монти выходил? Помнишь ту дверь? Ты помнишь ту дверь? Красный цвет, значит, меня ищут, да? Ага, меня ищут. Да, видимо, так и надо нам сделать. Сам нам не делать. Я нашел пожарный выход, к сожалению. А, не вижу. Система идентификации здесь не очень. Продумано. К счастью, здесь сейчас пожаров нет. Не наблюдается, я отправил официальную жалобу. Двери, двери закрыты, я не могу выбраться. Найди в зале... Добились до лифта, найди безопасный путь на своих часах пас. Че это такое? Ну, здорово, мать. Здорово. Ну да, она меня там ждет. Спасибо, что мне напомнил об этом мне. А мы сейчас так сделаем. Так вот, короче, нам к лифту сейчас надо, да. Все окей. В призовом уголке. Ну лифт, мы уже пробегали мимо него, поэтому нам, ну, туда надо вернуться. Опа. Ну, я знаю, что могу вечно прятаться. Я от голода умру, там, все такое. Да не, вечно не... Блядь, я бы с удовольствием, на самом деле, до утра прятался бы, но что-то он не хочет, наш главный герой, переждать где-то в одном месте. Опа, опа, а, наебал. Наебал, наебал, наебал. Бежим, бежим, бежим. Монти, сука, не дай бог ты здесь будешь, Монти. Тебя вот нахер ты не сдался здесь. Фух. Блин, все на мурашки по коже. Не знаю, почему, типа, ничего особенного. Ну, мацанул я, мацанул, да. Ну, не страшно так, я типа ждал. Ну, все равно не по себе. Блядь, нам, не дай бог, нам надо будет сюда, туда, туда, туда попасть. В эти двери потом заходить, возвращаться. Я, честно говоря, особо не хочу. Free map. Спасибо. Ванесса, есть. Ты ебать. Карта, карта, возьмите карту, блять, нашу. Ванесса, на, нахуй. Взял меня, подставил, гаденыш. Ты представляешь, он чуть себе, блять, пальцы не отломал, не сломал. Чтобы нам карту-то вручить, блять. Дурачок, ебану, я на них какие-то бешеные вещи, типа, боты. Где это? Ты только посмотри на это. Фредди, Фредди, ты меня слышишь? Я ловушки. Ванесса, наверняка ты думаешь, что ты очень хитер, Грегори. Да, я знаю, как я зовут. Ты влип по уши. Ты выбрал не ту ночь, чтобы тратить мое драгоценное время. Поэтому ты будешь сидеть здесь в бюро находок, пока за тобой не придут родители или полиция. Вот! Вот! Кстати, писательные. Ну как тебе весело, Ванесса? Вот, опять же. Сбежать из бюро находок. Вот. Блять, сиди нахуй ты здесь до утра. За тобой родители рано или поздно придут. И все. А тут одежда, ребенок, детей нет. Видимо, все-таки все не так просто. Ванесса, у нее есть обратная сторона, это какая-то отвертка. Это какая-то... В чем дело? Ебать! Сохранение. Мне просто интересно было, что произойдет. Я не видел изначально. Так, 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 раз. Витишки Свен, немножко надо было прям срочно-срочно отлучиться. Я на месте. Все, продолжаем играть. Так. Извиняюсь. Так, нам надо взять быстренько подарочек, подарочек, подарочек. Нас тут убил заяц какой-то. Кролик. Она уже здесь, она уже здесь. Открываем.
Короче, я вышел. А, нет, вышел. Блять. Беги, 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 беги. Блять, пиздец. А чё, она меня догнала? Подожди, она так догоняет меня быстро, я не понял. Как она меня догнала? Меня даже никто не догонял. Блять, ладно, окей. Так, короче, появился какой-то заяц. Она нас прям кошмарит люто, и мы от нее ничего, мы с ней ничего не можем делать. Почему? Почему? Интересно. Как нам от нее скрыться? Ой, ладно, окей. Так. Нам нужно сейчас вип-зал, по-моему. Давай еще раз прослушаем диалог. Где это? Ты только что посмотри на это. 2 часа ночи. Фредди, Фредди, ты меня слышишь? Я в ловушке. Мне как-то думаю, что... А, вот она. Ты влип по уши. Да-да-да-да-да. Так. Тут дети были тоже ранее. Видимо, и их тоже убивали. Либо съедали, либо не знаю что. Я вот заяц. Ну как тебе весело, Ванесса? Ну как тебе весело? Подожди, я не понимаю. Я вот честно скажу, не понимаю. Типа, вот этот кролик, заяц, это есть Ванесса или... Ну видишь, как тебе весело? Она что-то меня типа догоняет, в любом случае, я не понимаю. Давай спрятаемся. Нет, не догнала. Слим, Ванесса. Типа, блядь, я не понимаю. Вот этот кролик, это есть Ванесса? Вани? Чего, блядь? Вани? Подожди. Ванесса, ну как тебе весело? Вани и Ванесса? Они меня оба сейчас ищут? Я чуть вообще не понял, с вами прикол добраться, чем Вани найдет. То есть это Вани сейчас со мной. Меня преследует сейчас Вани. А Ванесса, блядь, тогда... С перепуг здесь она находится в диалогах. Так, ладно. Ай, так, 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 да, ты мой, это где это находится? Это где находится? Это где находится? Добраться до Атриума. Где это находится? Мне бы понять, где это находится. Камера тут вообще непонятная, максимально непонятная камера. Может, в лифт просто? Может, просто в лифт попадем? Давай просто в лифт уйдем. Она ж меня не видит. Она, по-моему, как и остальные они, аниматроники, на самом деле. По-моему, вот, вот лифт, да? Это же лифт рабочий. Вот ты где. А, лифт не работает. Спрятаться. Подожди, это не лифт ведь. Это лифт, это лифт. А, мне в другом лифт надо. А, там же лифт был точно. Подожди, а где Атриум находится? Я не понимаю. Так, мы здесь. Первый этаж. Вот это мы на лифте поднимемся. Или подожди. А нет, тут мы внизу. Это мы сейчас вот это мы первый этаж, что мы поднимаемся, получаемся вот по тем лестницам поднимаемся и попадаем на первый этаж. Вот первый этаж. Там у нас двери были, по-моему, закрыты. У нас у нас не хватает это допуска у нас нет подходящего. Вот. Второй у нас допуск 2. На второй этаж мы можем. Друзья, может нам в подвал нужно? Мы можем сейчас по идее залезть в лифт, зайти в лифт. И вот на прогулочную площадку спуститься под кафе на первом этаже. Давай пробуем, не знаю. Блять, вон она идет. Она ж меня не догонит, надеюсь. Давай я сейчас попробую так сделать. О, вот, да, бегали. Фредди, помоги, крольчиха нашла меня. Если получишь это сообщение, приходи ко входу. В гонке Рокси на втором этаже. Я принес несколько коробок, чтобы ты мог перебраться через... Строительные ограждения и найти меня. Что-то блокирует мой сигнал. Приходи к гонкам, Рокси. Окей, а я куда сейчас спустился? Я слышу тебя, я уже иду. Я поднимаюсь, ага. Все. Так, гонки Рокси, нам нужно сейчас туда идти. Окей, полетели туда. Завещай агрегат. Цель безопасности не приближается к дверям. Ну ладно. Так, значит, получается второй этаж. Вот это получается этот, как его? Гонки Рокси. А мы где находимся? Так, а мы сейчас где находимся? Подожди, мы не сейчас находимся. Я не понимаю, где находимся. Крачихи здесь ведь не будет, надеюсь. Подожди, гонки Рокси. Это у нас что? Это же не гонки Рокси, это какой-то главный зал. А гонки Рокси где находится? Подожди, давай по карте посмотрим сейчас, где мы находимся. На втором этаже мы находимся. А, гонки Рокси находится он в той стороне, получается, да? Да, мы можем так, прям так. Блять. Это опять она, что ли?
Да, блядь, ёбаный в рот, отвали, пожалуйста. О, сохранилка, сохранилка, сохранилка. Сохранится, она сохранится. Не, блядь, да, блядь, пиздец. Блин. А, это Рокси, фу ты. Главное, что они корольчиха. Они, это, они бестолковые вообще, вот эти. Рокси, не Рокси. И, кстати, да, когда тебя вот этот пикает урод, да, охранник, типа, катается, они, аниматроники сразу телепортируются прям к тебе, они возле тебя появляются. Это странно, это ненормально. И вот там есть прям... Там есть прям маленький промежуток, когда они стоят АФК. Секунду, две, три, и за это время тебе надо... Почему ты посмотрела сюда? Я не сохранился, блядь, я не сохранился. Я не успел сохраниться. А ты почему ты заглянула сюда? Она прям целенаправленно ведь побежала ко мне сюда, и меня и заглянула ко мне. Я не сохранился, блядь. Ох, вот... А я... Нет, ты напомнил мне, я не успел добежать, меня этот охранник спугнул. Сука. Ладно, давай сейчас знаешь, как делаем? Сейчас мы, получается, в комнате охраны должны появиться в бюро находок. И вот, а, бюро находок, поэтому там детская одежда это была, я думал, кого-то убили, точно, только что догадался. Вот, оттуда бежим сразу к лифту. Ага, нажимаем кнопочку. Да, все, пропускаем это, диалог пропускаем, ен зажимаем. Бля, как это неудобно ен зажимать. Это так неудобно, я прям не могу с этого. Так. В принципе, мы можем дождаться, когда Ванесса прям сюда подойдет, вот сюда прям подойдет, и съебаться вот так вот. Потому что сейчас, если мы выходим, то она вот прям слева нас встречает с краю. Давай дождемся, в принципе, ее. Можем, в принципе, ее дождаться. Да, вот она сейчас к нам идет. Во-во-во, да, она все ближе, ближе. Фонарик у нас, ну, и пойдет. Так, она сейчас должна здесь быть. Где-то, мать. Ага, вот, вот она здесь идет. Мы. И мы идем вот сюда. Вот, да, да, все, сейчас ее здесь нет, да? Нет, она здесь! Она все спавнится там! А у меня спинта хватит? Нужно ходить. Все, все, уходим. Нажимай, нажимай. Отлично. Лучший, лучший. Не пошла дальше. Так, ага, найти Фредди в фойе гонок Рокси. Используешься грудой коробок. Смотри, второй этаж. Получается, сейчас мы выходим из лифта. Идем вот так вот влево, да, идем налево. И вот здесь, получается, ну, гонки Рокси, по идее, по идее. Это же дорога, это дорога. Только нам нужно пойти куда именно? Я кого-то слышу уже. Я Рокси слушаю. Нам нужно в фойе попасть. Именно в фойе. Фойе гонок. Груды коробок. Груды коробок. Ага, все понял. Все, это изи. Все, я все понял. Все хорошо. Так, полетели. Но сперва нам надо добежать до сохранялки, сохраниться и все, как бы. Там можно уже грязь творить. Ну, Рокси где-то здесь недалеко гуляет. Она спускается. Да, блядь, ну они такие непредсказуемые. Вот, вот ты не должен сюда ехать! Фух. Уйди. Ага, отлично. Бежим. Где-то недалеко я слышу. Прям вот... Где-то я слышал, слева была эта дура. Так, ага, все, все. Тебе нам ничего не страшно. Валим отсюда. Чего? Там что-то кто-то стоит. О, он, по-моему... Не, он, по-моему, безобидный. Ладно, окей. Так, гонки Рокси. Вот они, гонки Рокси. Да, да, ага, все, окей, идем. Ага, да. Так, груда коробок. Груда коробок, о, подарочек. Взять. В общем, как я понял, в записке мы находим шарик Рокси. А нахуя нам мне этот шарик Рокси нужен? Так вот, какие-то мы записки находим, да? Что за ебало, сейчас только что ебало. Игрушки. А, спрятаться можно. Чего, блядь? А, записки, игрушки находим. И некоторые предметы для нас мы находим. То есть, допустим, я нашел улучшенную батарейку. Это, ну, это неплохо. Груда коробок это? Ну, такие большие коробки. Ну, Фред не мог их накидать, в принципе. Да ну, блядь! Ну, ты вот видишь? Ты вот это видишь? Она сразу тпхается ко мне. Почему именно сейчас в меня тпхнулась? Потому что там мало места, где можно куда можно телепортироваться. Так, чтобы она еще и влезла в это. Не в текстуру попала. Ну это пиздец. Ну это пиздец, понимаешь? Лютый. И у нас тем временем, у нас остается не так много времени на эту серию. Да. Ага, а у меня игра что-то зависла. А нет, все нормально. Все хорошо, я обманул тебя. Я тебя обманул нагло. У меня все замечательно, все работает. Блин, что-то пиццу захотелось? Пепперони фреш. Используйте камеры наблюдения. Так, ладно. Мы сохранились. Так. Нам надо через этого охранника пройти дальше. Да.
Так, ну давай сейчас как-нибудь проскипаем его. Я надеюсь, там не надо по новой. Вот это тоже неудобно, кстати, то, что так постоянно по новой надо забирать. Ну, хотя это логично, мы же сохранялись до этого. Так, а может как-то его обойти просто? А их тут несколько, слушай, их тут несколько. А, вот, тут вообще есть какой-то проход такой вот. Тайный проход есть. Карта доступа куда? Куда карта доступа нужна? А куда карта доступа-то нужна? А, ворота, вот они. Ладно, окей. А, нам нужно найти руду коробок. Опа, опа, стоит, стоит. Блять, ну что такое? Где? Не пизда. Не живу. Не... Блять. Уйди, уйди, уйди отсюда. Уйди отсюда. Подожди, а к вам не надо-то по итогу? Я не понимаю. Получается, не сюда. Ну, выходит так, что не сюда. А, нет, вон, 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 все, я понял, я понял, я понял. Вот. Давай, съебись, съебись отсюда. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Опа. Ага, прошли. Все отлично. Задание завершено. Берем хранитель. Да. Сложится крутой короб. О, Фредди, Фредди! Братан! Братанчик! Братанчик. Братанчик, что с тобой случилось? Братанчик, ты мой хороший. Фредди, ты в порядке? Вот ты где. Я так волновался. Я ждал и ждал тебя. А я здесь. Я пришел. Я тебя не кинул. Я не кидал. Я пропустил подзарядку в этот час и пытался пробраться в отдел запчастей и обслуживания. Мне кажется, что что-то тут не так. Да ладно, я тебе случайно это говорил. Что я могу сделать? Помоги мне добраться в отдел запчастей и обслуживания. Конечно, могу. Как нам туда добраться? Он находится под главной сценой. Обычно я спускаюсь туда на лифте после каждого концерта. Буду медленно читать. Это единственный известный мне способ попасть туда. Воспользуйся дверью, что находится за мной. Она придет тебя в репетиционный зал с другой стороны здания. Найди билет за кулисы, затем попытайся включить лифт. Да блин, как все это тяжело. Удачи тебе, звезда. Перехожу в режим отдыха. Все, давай. Все, отдыхай, мой хороший. Отдыхай, мой дорогой Фредди. Хорошо, я постараюсь. Так, найти билет за кулисы в репетиционном здании. Это что такое? За ним. Дверь находится за ним где-то, он сказал. Где-то здесь. Видимо. Так. Вот тут что-то есть. Тут что-то. Блин, я кого-то слышал. А, тут подарочка есть. Ну, давай заберем. Так уж и быть. Раз настаиваете, то мы заберем. Так. Мороженое Рокси. Ну ладно. А тоже это игрушка такая-то. Так, о, фонарик зарядить можно. А может сохраниться здесь? О, и сохраниться можно, отлично. Наверное, закончим даже прямо сейчас, да? Да, наверное, прямо сейчас закончим. Что по-моему? Давай сохранимся. Так, что у нас по времени, по идее? Раз, там. Да, пожалуйста, на сегодня закончим. На этом мы и закончим. Давай, с Фредди, с Фредди. Фредди нашел. Ланька, все, спасибо, мой дорогой друг. Подписываемся, ставим лайки. Это как это звучит на самом деле. Ну, это вообще как-то неестественно звучит. Мне ж не... Ну, мне не нравится, пиздец. Короче, давай, goodbye, до следующей серии. Сейчас мы... Потерпи, пожалуйста, дорогой, мы тебя спасем.